Поворот судна в канале. Выполнение поворота в узкости является наиболее ответственным моментом. Точка начала поворота должна быть нанесена на карту с учетом действия течения, радиуса циркуляции при определенной перекладке руля и фиксироваться методом обсервации. При выполнении поворота на течении необходимо учитывать, что даже кратковременное положение судна под значительным углом относительно направления течения создает угрозу сноса его в сторону берега. Судно должно вписаться в поворот так, чтобы его диаметральная плоскость была параллельна близлежащему берегу. При выполнении поворота следует избегать резкой перекладки руля в крайнее положение. Необходимо учитывать возможность заклинивания руля. На крутых поворотах можно ускорить поворот кратковременным увеличением скорости. Поэтому поворот всегда следует делать на умеренной скорости с тем, чтобы был резерв хода для улучшения поворотливости судна. При отклонении по оси узкости канала и при приближении к берегу сопротивление движению судна возрастает. Возникает поперечная сила, которая отталкивает носовую часть судна и притягивает кормовую к ближнему берегу. Причем, чем ближе судно будет находиться к одному из берегов, тем больше возмущение воды и скорость потока между берегом и бортом судна, и тем больше силы отталкивания и притяжения, что может привести к развороту судна поперек узкости. При движении судна с неработающими машинами эффект берега практически неощутим. При работе машины ходом назад эффект берега противоположен. Притягивается носовая часть судна, отталкивается кормовая.